В курортном режиме. Ялтинский автовокзал теперь будет работать круглосуточно. Об этом заявил руководитель учреждения Олег Лихманик. Автостанция осуществляет 165 рейсов по Крыму и порядка 20 на материковую часть. Маршруты следуют в ночное время через паромную переправу в Москву, Краснодар, Черкесск, Анапу, Сочи, Ростов-на-Дону и Ессентуки. Новый режим позволит обслуживать пассажиров в предварительных кассах 24 часа в сутки. Кроме того, купить билет можно и с помощью переносных кассовых аппаратов в салоне автобуса. Люди, пассажиры, наши гости, которые не хотят стоять в очереди, они сразу могут занимать посадочные места в автобусе. У нас есть формат жестких мер контроля за безбилетным проездом, так называемым, или же также по несопровождаемому грузу. Проводятся регулярные и плановые мероприятия по антитеррористической защищенности.